Так, ну окей. В общем, надо как-то лучше играть. Я не хочу начинать с проклятием. С таким проклятием я тем более не хочу начинать. Ну, посмотрим. Может быть, что-нибудь из этого рана выйдет хорошее. Возможно, действительно есть смысл рестартить, пока не будет... как она называется? Книга Откровений? В первой комнате. Потому что, как минимум, до того, как собирать все предметы, надо открыть все предметы. А чтобы открыть все предметы, нужно собрать пластырную девочку, которая... Книга Откровений — это хороший вариант. Более хороший вариант — это что-то, что даст мне бесконечные заряды, плюс книга, которая... Монстр Мануал? Но это немножко сложнее достать, чем книгу Откровений. Окей. Как насчет Хардстоуна? Я в него слишком давно не играл, так что я не знаю, что там вообще с метой, что там за карты новые. То есть у меня нет никаких новых карт из всех экспаншенов, и у меня даже из базовой игры не все есть, так что я думаю, как-то мало смысла начинать сейчас. Ау. Какого хрена, муха? Перестань. Окей. Nord of Lion немножко иногда смотрю, редко. Без перманек нет смысла даже начинать ломать игру. Ну, смотря как ее ломать. То есть, если классическим способом, как в оригинальном Айзеке ломали, то есть это D6 или D20 или D сколько угодно, плюс монашеская эта шапка, плюс хреновина, которая дает синее сердце, когда остается половинка красного. Там вполне все ломается. Долго и уныло, но ломается. Ну и Ера плюс... как она называется? Карта пустая, которая клонирует карту. Плюс пара батареек в одной комнате тоже все ломается. Так, тут ничего нет. Ну, как удачно. И два ключа, которые пригодятся. Пока что не нужны, но... Это пока что. Я постоянно забываю, какой из этих предметов какой. Ладно, пофиг, возьму. Вирго, да, точно. Еще бы вспомнить, что оно делает. Это другой вопрос. Поскольку у меня уже есть синее сердце, я подберу побольше и пойду к боссу. Ну и к тому же о Хардстоуне мета-колодами играть неинтересно. А интересные колоды собирать, это нужно либо много донатить, либо, ну, в общем, где-то нужно брать карты. Арены еще ничего, но я слишком нуб, чтобы нормально играть в арены.
Кстати, там в аренах сейчас доступны все карты или там как-то разделение на новые и старые, и там как это вообще работает? Интересно, я кого-то все на 15-м ранге сидят? Ну да, но... Играть одинаковыми копипастными колодами против одинаковых копипастных колод — это как-то не то. Это мне определенно не нужно. Это мне тоже, в принципе, не нужно, но я с этим ничего уже сделать не могу. Ну, раз уж у меня три синих сердца, я могу зайти, взорвать. И все тому подобное. Хм, отлично. И менее отлично, но хотя бы не в минусе. Черт. В Papers, Please я не играл, но я знаю, что это. Надо, наверное, подобрать. А, черт. Ну, оно ждет рерола. Правильнее было бы реролить магазин, потому что там один из предметов, который мне нужен. Я должна таблетки делать положительными? По-моему, да. Что-то из зодиаков делает таблетки положительными. По-моему, да, положительные таблетки плюс щит вот этот вот, который рандомно при попаданиях по мне иногда включается. В МТГ я немножко играл в... который стимовский. Как он называется? Как он называется? Я забыл почему-то совершенно. Ну, короче, не последний, хотя последний тоже немножко, в 2014-й, в общем, в предпоследний. Или в предпред... Наверное, в предпредпоследний. Потому что последний недавно вроде бы совсем вышел, если он вышел уже. Зареролить или не зареролить эту фиговину? В принципе, да, мне нет особой разницы, что реролить сейчас. А, ну, это плюс один... Плюс одно красное сердце, учитывая секретку. В этом ране у меня тоже нет урона. Ну, хотя это второй уровень, так что это нормально, наверное. А. В этом ране у меня, видимо, и сделки с дьяволом тоже опять нет. Которую надо в идеале пропустить. Но если там что-то очень хорошее будет, то нет, потому что... Потому что ее вообще не будет, видимо. Почему у меня такие проблемы с этим боссом? Это легкий босс. Наверное, потому что урона нет. Почему он на втором уровне? Это меня больше интересует. Вроде же это босс чуть более поздний. А! Я не ожидал, что я убью эту хрень.
Лучшая, на мой взгляд, игра во вселенной Вахи 40, я не знаю, я играл только в Dawn of War, и оно не очень, на мой взгляд. Вселенная хорошая. Отлично, это сделка с дьяволом, которую я не могу взять, но я могу взять это и это. И поскольку я хочу оставить себе D6, то это стоит сразу применить. Если бы D6 был еще заряжен, я мог бы... А, нет, я не мог бы зареролить, естественно, ничего. Потому что мне нечего реролить. Секретку бы найти. Ну, секретку я, конечно, нашел, но это не то, что я ожидал. Так что здесь неплохо, но как-то пока что не хочется с тем уроном, который у меня есть. В Space Marine я не играл. Вроде говорят, он хороший. Но не знаю, как-то руки не дошли. Больше читать чат, я тогда вообще никуда не пройду, потому что я буду каждый раз умирать в первой же комнате, потому что я отвлекаюсь на чат. Окей. Если у меня будет какой-нибудь полет или магнит, или еще что-нибудь подобное. Хотя магнит я не буду брать, так что нет, у меня не будет магнита. Как спидранить эту игру? Рестартить пока не будет хороший предмет в первой комнате. Другой вопрос, зачем спидранить эту игру? Бесконечные ключи на один уровень. Нет особого смысла подбирать эту хрень, разве что кинуть ее сразу же. Могла бы там быть секретка. Но я все равно подбираю эту хрень. Эту хрень я не подбираю. Удача — это хорошо. Поскольку у меня бесконечные ключи, то это абсолютная халява. Хотя телепорт мне не нужен. Телепорт в рандомную точку карты при использовании предмета. При каждом использовании предмета. Ну, это хотя бы всех убьет. К сожалению, мне не хватит бомб, чтобы что-нибудь вменяемое здесь сделать, так что я просто куплю себе черную свечу. Крест, он... Что он делал, действительно? Какой там вообще крест? По-моему, то же самое, что и Дева, только без положительных таблеток. То есть я при получении урона иногда включаю неуязвимость на пару секунд. Возможно, я путаю. Окей. Секретки в каждом ране. Ну, надо, но не всегда есть чем.
почти никогда нет того, чем, ну и, или где. То есть здесь, ну, возможно, под магазином секретка, возможно, не под магазином. У меня одна бомба. Я ненавижу этих врагов. Ура, наконец-то. У меня две бомбы, ура. Ну, это позволит мне купить батарейку, и это позволит мне ничего больше не сделать, потому что я не хочу покупать батарейку сейчас. Стрим начался почти 2 часа назад. Окей. Запись будет. Когда-нибудь на этой неделе. Наверное, ну, на следующей неделе получается. Ну, в общем, не в понедельник и не завтра. А. Еще 10 часов стрима нет. Десять часов нет. Какой был самый длинный стрим? Часов 5, когда вышло второе DLC на второй Dark. И нет, повторять не хочу. Я куплю батарейку, потому что я по-другому не наберу на этом уровне рерол, а он мне нужен. И я сначала пойду к боссу. И потом еще что-нибудь буду делать. Блин, ну дамага вообще нет. Как так? Черт. Да, без дамага скучно. Ну, на этот раз я хотя бы не умираю. Но на этот раз оно не спавнит мелкую ересь. И это очень радует. О нет, оно начало спавнить мелкую ересь. Ключ из-под ангела, да, можно ролить. Так что в ангельских комнатах в идеальной ситуации можно два предмета сразу ролить. В дьявольских в идеальной ситуации можно ролить 3. Точнее, нет, в идеальной ситуации в дьявольских можно ролить больше, потому что там может появиться 3 красных сундука, в которых во всех 3 предметы, один из которых Пандора, и если это правильный уровень, то Пандора дает 2 предмета. Правильно? Так что в идеальной ситуации 4. Пойду отрерорю лучше ту фигню, потому что у меня есть положительные таблетки. Должны быть положительные таблетки. Ненависть. А. Выкинуть эту ересь. В общем, таблетки должны быть хорошими. Рейндж, удача и 2 одинаковых. Окей. 2 офигенных одинаковых.
Нет. Я, пожалуй, сейчас возьму одну батарейку и отнесу с собой таблетку, чтобы сюда не ходить. Нет, естественно. Подобрать, чтобы она не спавнилась во всяких библиотеках. Нет. А, может быть... Могу телепортнуться из испытания, но... Зачем? Мне не поможет этот золотой сундук. Ну, он может мне помочь. Но лень. Телепорт рандомно в секретку, по-моему, с ошибкой или... Вторую секретку. Пожалуй, нет. Я могу комнату с испытанием сам пройти? Я попробую комнату с испытанием сам... А, нет, я не могу в нее зайти. Вот. Вот в чем проблема. Синий знак — это соул. Оно дает 3 синих сердца, и от меня отклоняются вражеские пули слегка. Ну или не слегка, там как-то по-наркомански оно работает. А что это за таблетка? А, рейндж. Окей. Если бы это был желтый знак, который дает всю карту со всеми возможными комнатами, в общем, все связанное с картой сразу. Чем мне ММО не нравится? Мне не нравятся они своей однообразностью и унылыми квестами. Не знаю, мне просто они очень быстро надоедают. Пока что мне нравится Guild Wars 2, потому что там нет унылых квестов, и оно как-то больше про Explore, а не про коридор из квестодателей, которые друг другу посылают. Действие на PS4 я, кстати, пробовал демку бесплатную. Мне совсем не понравилось. Оно как Borderlands, только хуже? Ну, возможно, не хуже, но, по крайней мере, на геймпаде точно нет. В отличие от Black Ops, оно на геймпаде играется не супер. Не знаю, почему так. Я не хочу идти в большую комнату. В Теру я играл немножко после того, как видео сделал. Там хорошая боевка, но кроме боевки мне там почти все не нравится. Особенно визуальный дизайн всего. Персонажи, оружие, в общем, всего подряд. Брони. А в Guild Wars до эндгейм контента еще не дошел. У меня там какой-то 70-й, что ли, уровень сейчас. А, черт. Я не заметил эти шипы. Пока не уязвимость быстрее. Зря, конечно. Но все-таки. Кхало. Мне первая часть нравилась. Вторая тоже норм. Во все остальные не играл, потому что они на боксе, которого у меня нет. Кхало онлайн. Нафиг? Мультиплеер как-то вообще не интересен в Halo. Ау. Не думал ли я о игре XCOM? Думал, в том плане, что я знаю ее существование, но мне не нравится. Просто не мое. Почему не на геймпаде играю? Потому что мне удобнее на клавиатуре.
Ура, полная жизнь. Сделать видео по эндгейм контенту в Guild Wars? Может быть. Там, правда, сейчас еще какой-то экспаншн скоро, в котором вроде как добавят всего. Так что, наверное, имеет смысл его подождать немножко. Окей. И окей. В данном случае получить урон это неплохо, потому что я могу все дамажить, пока я в неуязвимости. ДПС вообще нет. Новые ачивки, скорее всего, дополнение добавят. И, скорее всего, там будет какой-нибудь супер или платинум год или еще что-нибудь подобное. Собрать все новые предметы. Ну, смысл стрима, чтобы выполнить какие-нибудь ачивки. Все я определенно не успею. Потому что это тогда будет какой-то очень длинный стрим. Моды Кайзеку мне абсолютно никак. Я немножко играл в какой-то один, который мне советовали в комментах. Мне он не понравился. Кроме этого, ничего не видел, ничего не знаю. Platinum God — это ачивка за выполнение всего. Точнее, есть... Платинум год — это выполнение всего, как бы, кроме Лоста, потому что Лост совсем секретный. Есть Real Платинум год — это еще и с Лостом все связанное. Пойдусь один раз. Да, и все предметы нужно найти, все ачивки выполнить, все открыть, все вообще, вообще все. Я подберу паразит, он веселый. Раздваивает мой выстрел при попадании, раздвоенный выстрел наносит меньше урона, но наносит урон дополнительный. У основного выстрела урон не меняется. Можно так попасть, чтобы сдамажить противника два раза. Но сложно. Так, надо зайти в магазин. Один из нужных мне предметов — это предмет магазина. Я не поюзал. Да, я наркоман и не поюзал. Грид — это ненужный мне предмет магазина. Я не знаю, как мне новый АВС, я его не видел. И старый тоже почти не видел. Ау. Какую серию NFS люблю больше всего? Burnout Paradise? Ну а вообще из NFS Underground первый, наверное. Не знаю, я вообще не очень люблю гонки. Дайте ДПСа. Грид не может дать ДПСа. Он может меня убить, и новый ран не может дать ДПСа, так что это хороший план, по-моему. Убей меня, Грид. Ну или... так, потому что мне это надоело. Как вкусно. У меня не все консоли нового поколения, у меня только PS4 и PS3. Из консолей, вообще, в принципе. По-моему, где-то еще все еще валяется Sega.
Я думаю... Так. Серию эфир не пройду для канала и вообще не пройду, мне не нравится. Я играл только в первый, он мне не понравился. Какие-то слишком одинаковые коридоры повсюду. Я не могу это открыть. Первый эфир еще ничего. То есть остальные еще хуже? Какой ужас. Почему оно популярно? Что насчет Don't Starve? Ничего. Я играл, оно норм, но не совсем мое. Зачем я сюда вообще иду? И почему я не зреролил книжку? Пойду за реролю. Норм. Касание Мидаса. Когда я касаюсь врагов, они получают урон, равный моему количеству денег, превращаются в золото. Если я их убиваю, пока они превращены в золото, то они дропают кучу денег. А. Собственно, зачем я вниз иду? Там ничего нет. А секретка должна быть здесь, больше негде быть. Ммм, как вкусно. И как нормально. Я бы предпочел кучу денег, но все-таки. А, зачем ты чарджишься? Сразу. Эта муха меня убьет. Да, когда враги превращаются в золото, это их станет довольно-таки надолго. Зачем ты в углу? Да, вот, перестань быть в углу. Ну, это небольшая прибавка к урону. А, да, я не могу туда пройти. Нужно синее сердце где-то взять. Лучше несколько. Здесь его вряд ли получится взять. Конечно, может дропнуться за прохождение комнаты. Но вряд ли. Бессмертие я не пытался особенно ни первый, ни второй дарк пройти. Первый, я думаю, я смогу. Ну, возможно, не с первой попытки. Но там ничего особенно сложного нет. Просто нужно делать немножко более танковый билд, чем обычно. Наверное, Арштейн и Смоуг — это самое сложное, что в этом всем будет.
второй лень, он слишком длинный для этого. Окей, удвоение бомб можно сразу использовать. Оно удваивает текущие бомбы, если их 0, то дает 2. Если она 1, то удваивает, соответственно, 1 всего лишь дает. Ненависть. Ну, полная карта плюс карта. Ну и что это? Видимо, это рестарт. Ну, хотя посмотрим. Да, зачем я сюда вообще зашел? Нет, столько денег. Почему проклятый глаз вообще в пуле секретки? Зачем он там? Если бы он меня не телепортил при получении урона, он был бы очень офигенным предметом. Но, увы. Или если бы он это хотя бы делал не каждый раз, хотя все равно было бы хренью. Ну, по крайней мере, меньше хренью. Я не смогу с ним пройти игру. То есть я просто не смогу с ним пройти игру. Если я не найду какую-нибудь имбу, которая будет убивать все с одного. Как хорошо, когда враги сами умирают без моей помощи. Бесполезная хрень и... Бесполезная хрень. Зачем я купил дьявола предмет? Рестарт. В принципе, что я здесь делаю? Рестарт. Нафиг. И Мейс тоже нафиг. Я буду рестартить, пока не будет что-нибудь нормальное. Без карты туда же. Но это нет, это не что-то нормальное. Это было бы что-то нормальное, если бы не босс. Свитки, бесполезная хрень. Анг, бесполезная хрень. Окей. Вау. Окей, не рестарт. Да, я знаю, что по бомбе можно стрелять, и она от этого назад откатывается. Я обычно при этом все равно получаю урон, потому что стреляю я криво, и убегаю я криво, потому что я пытаюсь стрелять, а не убегать. Окей. Что это? Бесполезная хрень. Ладно. Этаж XL. Черт, да. Я не получу сделку с дьяволом из-за этого. Ну, скорее всего, не получу. Есть все еще шанс небольшой. За лоста. Да, открывать ачивки за лоста.
Отличный план. Идите нафиг. По-моему, стало хуже. Идите еще дальше нафиг. Вот. Нет. И да, повышение всех статов неплохое. Хуже, чем волшебный гриб, но все хуже, чем волшебный гриб. То есть, да, это хуже, чем лучший предмет в игре. В поле на локации 63 уровня выпала этерная бутылка 65 уровня. Это нормально. С редких мобов падает на 2 уровня выше предмета. Ну и с уникальных. А, зажали. Вау. Сколько всякого хлама. Стрим давно. Стрим уже, наверное, скоро заканчивается. Ну, не знаю пока что, насколько скоро. Секретный камень? Где? Что? Зачем? Да, действительно. Чат полезен, ура. Бомж не нужен. Он как скрипач, только еще больше не нужен. Блин, как же они прыгают. Здесь кнопку лучше точно... хуже точно не будет. Лучше точно не будет. Лучше тоже, да. Точно не будет. Ну ладно, возьму, но, блин, она бесполезна практически. Пирсящий выстрел каждый там... Ну, не каждый сколько-то, а с каким-то там шансом, с довольно низким. Я пройду сначала обоих боссов. Вдруг дьявол все-таки появится. Хотя я не хочу реролить дьявола, так что нет, я не пройду обоих боссов. Стримил БГВ 2. Я один вообще не вижу никакого смысла стримить ММО. Там ничего не происходит большую часть времени. Ну, ничего интересного не происходит большую часть времени. Блин, да ну тебя нафиг, чувак. И твоих мух. Пойду в магазин вообще. Почему я скрыл профиль в ПОЭ? Я скрыл профиль в ПОЭ? Разве? Надо будет проверить. Да. Хватит ли мне денег? Другой вопрос. Должно. Две монеты вроде всегда выпадает, как минимум. Один предмет есть из тех, которые у меня не открыты были. Ну окей.
Уже прогресс. Как насчет стрима Payday? Там технические, скажем так, проблемы. Сделать так, чтобы оно не лагало, ну, стрим не лагал, и чтобы оно при этом выглядело нормально, это довольно сложно. Мне идеально подходит игра Don't Starve. Ну, как бы в теории да, но мне она не очень нравится, в этом проблема. Не то чтобы не очень, как сказать. Я считаю ее хорошей игрой, но мне конкретно она не очень нравится. И тем более, мне совсем лень не разбираться, потому что я там вообще абсолютный нуб. Может быть, когда-нибудь... Не знаю... Нет, я не буду подбирать этот ужас. Так, я все нашел. Что в этой комнате было, я забыл. Пассивка какая-нибудь. А, бомж. Нет, бомж не нужен. Точно. Стоп, золотой сундук. Почему он не открыт? А, потому что он хрен знает где расположен. Это достаточно хороший ответ. Окей. Реген плох тем, что он восстанавливает жизнь, когда она не нужна. Часто. Когда там какое-нибудь проклятие активно, полароид... Это фиговина, как она называется, негатив. Что-то, чему нужно мало жизни. Окей. Они открыли мне секретку. Они открыли мне довольно бессмысленную секретку, но все-таки. На месячной лиге в ПВ буду. Ну, я не буду, скорее всего... Прям вот все записывать, то есть там какое-нибудь одно-два видео сделаю. Но играть определенно буду. Я слегка жалею о том, что я пропустил предыдущую флешбэк, которая была во время бета. Ну, то есть, бета, конечно, интереснее была на тот момент. А, я наркоман. Ну, в любом случае, я уже получал урон на этом уровне. В общем, всякие там инвейжен и прочие веселые эффекты от старых лиг, это хорошо. Там печально, что вроде как не будет нигде Темпеста и Варбанса одновременно. Но в остальном интересно выглядит. А, нет. Окей. Все нормально. Это полезнее немножко. При подбирании денег шанс, что я на одну монетку больше получу. Ну, на один цент больше. Хотя, с другой стороны, деньги мне уже не нужны, потому что я купил то, что мне было нужно из магазина. Персится выстрел, потому что тренд такой был. Теперь нет, теперь не будут.
А. А, черт. Эта таблетка иногда очень полезна, но иногда она просто сжирает все мои сердца и ничего в ответ не дает. Увы. Ну, пришло время умирать на боссе. Что здесь происходит? Здесь происходит батарейка дешевая. И здесь происходит синее сердце. Синее сердце я куплю, пожалуй. Батарейку я пока что не куплю, потому что она сейчас ничего не дает мне. Вау, сколько денег. Стрим идет уже почти 2,5 часа. Так что... Не знаю. После этого ран закончится? Скорее всего. Если этот ран закончится вот прямо сейчас, то может быть еще один короткий какой-нибудь. Там начну за какого-нибудь Азазеля. Ну или нет. Буду рестартить, пока не пойдет сим. Почему я это не зарерою? Почему я идиот? Я не смогу накопить достаточно, чтобы купить предмет. Окей. Буду ли еще в скором времени стримить? Не знаю, может быть. Может быть, когда-нибудь. Сколько денег. Отдать их ему, что ли? Он даст мне предмет для рерола. И это предмет из пула предметов. Ну, комната с предметом. Точнее, то, что он даст, это, по-моему, боссовский предмет, но реролиться он будет как предмет из комнаты с предметами. По-моему, так. Ну, кстати, тоже сойдет. Черт, я правда сдвинулся, и теперь я не выровнен с ним. Бесполезно. Немножко более полезно. Но, пожалуй, пока что не буду подбирать. А. Где я вообще? Батарейка была? Да, была. Но я смогу набрать еще один рероу с комнат. Батарейку лучше потом использовать. Так, можно съесть и можно съесть. Да, определенно можно. Хаск. Не очень сложный, но немножко неприятный. А, черт, бомба не туда отъехала, куда я хотел. Белое сердце можно было бы взять, но лучше я его возьму перед выходом с уровня. Если я доживу до выхода с уровня. Да, блин. Видимо, я не доживу. Ура. Совсем ура. Урон плюс скорость — это хорошо. Эти чуваки — это не очень хорошо.
Сердец нигде нет. Что я хочу зареролить, кстати? У меня ведь два предмета, правильно? Наверное, для начала это. Нет. Лечение не нужно даже такое. Батарейка есть, да. Вдруг я не могу ее взять и не почти умереть при этом. Окей. А. Дыра в полу, внезапно. Зачем я это делаю? Наверное, чтобы пойти в магазин. Хотя там будет жадность, и он меня убьет. Естественно. Окей. Черт. Ну, учитывая, что он по половинке дамажит, может быть, еще и не убьет. Хотя, скорее, все-таки убьет. Окей. Так, ну, наверное, лучше всего просто свалить. Нет, я не буду отдавать тебе остатки своей жизни. Вау. Сердце. Да. Теперь у меня два выстрела, а не один. Они, по-моему, дамажат по целому сердцу. И батарейка. Очень вовремя. На предыдущем уровне было бы намного полезнее. Я его взорву. Да, получу еще половинку сердца и не буду рисковать. Сюда я просто не хочу идти. Сюда я сложно не хочу идти. Идите нафиг. Да, блин. Окей, идите нафиг в эту сторону. Мне уже нечем взрывать этот секретный камень. Окей. А, почти. Он почти меня убил. Ну, в любом случае, скорее всего, дальше этого уровня я не пройду.
Ну, хотя бы, может, еще пару комнат осилю. Или, может быть, нет. Сейчас узнаем. Ну, как минимум эту. Бомб нет. Повышение жизни ничего мне не дает, потому что оно пустое. А это, по-моему... Ну, это мне что-то дает. Да, ура. Возможно, я проживу подольше. Повезло. Зайду сюда сразу же. Зря. А, еще не успел выйти нормально. Эта комната, на удивление, легкая. Ну, хотя да, большие комнаты, они сложные в начале. Чем позже в игре, тем легче они становятся. Окей. Муха, иди нафиг. Дайте сердец. Окей, не дайте сердец. Сойдет. Мне сейчас выживаемость нужнее, чем реролы. Тем более мне нужны предметы из секретки. Один из секретки и два от ангела, к которому я никогда не попаду. Ау. Нокбэк. Кривой нокбэк. Открыть, что ли, этот сундук? Видимо, не... Да, видимо, нет. Он от меня убегает. Ладно, открою. Хрен с ним. Зря. Совсем зря. Я все еще не хочу сюда идти. Но придется. Ну, возможно, если я буду перезаходить в ту комнату постоянно, то она когда-нибудь уедет. Черт. Я уверен, что она теперь уедет куда-нибудь вперед, что мне придется ее еще раз проходить. Удача, бесполезная хрень. Я пойду отсюда. Как-то вроде урон есть, но урона все равно нет. Печально. Секретки, которых нет. Они все где-то в начале уровня, и я туда не хочу возвращаться. Окей. Карта может, конечно, пригодиться. С другой стороны, два рерола. Стало хуже. Ну ладно. Бывает. Окей. Эта комната довольно простая. Если бы был дамаг, она была бы еще более простая. Все, все. Это бессмысленная хрень. Больше таблеток, но мне не нужно больше таблеток. Да нафиг. Я буду это делать, пока комната отсюда не уберется.
эту бы еще куда-нибудь убрать. Будет вообще шикарно. Сердца слишком живучи для того, что они делают. Ну, для того, что маски делают. Оно все еще здесь. Ура. Я ненавижу этих врагов. И война. Поздновато. Я не смогу уже собрать все 4 шара. Так что я надеюсь на куб. Куб достаточно собрать один, и уже хорошо. А, камни мешают. Окей. Готово. Куб. Ура. В отличие от шара, он блочит выстрелы и наносит контактный урон врагам. Так, ну, дальше. Я все еще жив. Удивительно. Окей. Сойдет. Не стоит применять эту таблетку пока что, но когда мало жизни останется, она может меня спасти. Окей. Найти бы предмет какой-нибудь. В идеале какой-нибудь мощный предмет. Было бы норм. Что у меня вообще сейчас из предметов? 1,5 повышения урона. Окей. Черт, мне некуда деваться отсюда. Предмет найден. Будет ли он чем-то адекватным, это другой вопрос. У меня есть один рерол на него. Не знаю, меня как-то напрягает немножко то, что от меня отклоняются вражеские выстрелы. Нет. Нет. Сид — это сид. Как это сказать по-русски? В общем, изначальный параметр рандома. Его можно ввести в начале, перед стартом. И оно будет такой же ран, как в этом сиде. То есть в данном случае слева сверху сид. MHSD, S3, EB.
если это ввести, будет такой же, ну, относительно такой же ран. Там некоторые вещи меняются в зависимости от того, что я делаю или что я не делаю. Да, блин, иди нафиг, жадность. Совсем иди нафиг. Мне лень с тобой разбираться. Сколько ресурсов нужно, чтобы сюда добраться? Достанет? Сойдет. Ну, лучше, чем ничего. Но хуже, чем что-то. Ну хотя бы я достаточно быстрый, чтобы в этой комнате не умирать. Может быть. Да, вполне. Достаточно быстрый и достаточно дамаговый. D6 и D20 те же самые будут предметы реролить в одном и том же. Хотя насчет D20 не уверен. D6 точно будет те же самые предметы реролить. Но могут изменяться вещи в зависимости от того, видеть или не видеть какие-то предметы. Есть же особые предметы, которые уменьшают шанс найти другие особые предметы. Если их не видеть, то есть не заходить в какую-нибудь комнату с предметом, то может сид измениться, ну, ран измениться. Или если не открыты какие-то предметы, он может измениться. Если что-то зареролить или не зареролить, может в дальнейшем что-то измениться. Это какой уровень? Нет, здесь я сразу к боссу не пойду. Ну это же бесполезный паук, зачем его брать? Это тот, который спавнит в пауков при убийстве врага? Если бы это счетверенный выстрел был, то да. Я бы брал. При убийстве или при получении урона, я не помню. По-моему, при убийстве. Ну, деньги уже не нужны. А, окей. Идеально. Хорошо, что некоторые враги могут дамажить друг друга. Надо этим пользоваться активнее. Ну, блин. Почему он не чаржится? Ладно, пофиг. Есть ли здесь вообще достаточное количество комнат, чтобы рероу заработать? Нужен ли он мне вообще? Сделать из дьявола не будет. А реролить поворот как-то плохая идея. Ну, предмет, конечно, еще есть. А. Аркада вряд ли будет чем-то полезным. Батарейку там получить нельзя, только в виде таблетки. Но я не уверен, что она есть в пуле сейчас. А, черт.
Да, совсем не то. Хотя можно накормить того чувака. И взорвать этих двоих. А за взрыв этих чуваков повышается шанс получить сделку с дьяволом или комнату с ангелом. Именно шанс получить эту комнату. Так что, может быть, что-нибудь выйдет. Ладно. Рерова все равно нет. Ладно, возьму. Опять же рерова нет. А, да, надо подождать. Увы. Таблетка рестартящий уровень. Наверное, можно получить два повороида. Не знаю, кстати. Возможно, там не будет того, что уже подобрал. Окей, обе таблетки бесполезны. А. А, черт. Какие у меня сейчас предметы? Плохие предметы. Окей. Ау. Блин. Почему я такой наркоман? Почему это сундук? Ну, мне будет что реролить. Уже хорошо. Также, если я еще раз получу урон, я могу сожрать таблетку и немножко жизни себе восстановить этим. Немножко. Ну, что-нибудь. Да, ура. Так, ну, естественно, поворот. И... Скорость выстрелов и урон. Неплохо. Совсем неплохо. Куб мяса опасно использовать. Неплохо-то, конечно, неплохо, но, блин, этот урон мне не поможет. Если бы еще там плюс 10 урона откуда-нибудь, тогда другое дело. А так не то. Убьют ли меня в этой комнате? Пока что нет. Удивительно. Окей. Маска. Заблочила единичку урона.
Скорострельность. Не сильно поможет. Урон был бы лучше, но нет таблетки на повышение урона, так что он не был бы лучше на самом деле. Ура! Жизнь. Хоть сколько-то. А, черт. Ну... А, точно, у меня же еще та фигня есть. Вейфер. Так что я получаю половину урона здесь. Ура! У меня на самом деле много жизни. Окей, ау. Как-то он неправильно поехал. Окей. Их можно отравить? Или это потому что в самом начале они все еще уязвимы? Не ясно. Переролить нечего, но хотя бы жизнь падает иногда. Уже хорошо. Я думаю, стоит пойти налево. Нет. Ну, направо точно не стоит. Хотя там может быть проход вниз. Но я на всякий случай сначала обойду все остальные направления. В них более вероятен проход куда-нибудь. Например, вверх и два сердца. Отлично. Бомб нифига нет, правда. Окей. Ну, это мне ничего не даст, но это хотя бы не сложно. Реролить предмет смысла нет, потому что я туда не могу попасть, ну и в любом случае с этим проклятием реролить вообще ничего смысла нет. Почему оно существует? Окей, все-таки нужно туда идти. Почему? Я не хочу туда идти. А, тут всего лишь два обычных монстра. Это еще не сложно. Тем более я вижу секретный камень. Вообще отлично. Таблетка в левой дальней комнате стерзап. Сейчас гляну. Почему я ее не подобрал, если... А, она там между шипами расположена, я не хочу рисковать. Хотя, пофиг. Нет. Она просто ничего полезного не делает. Окей. Mm.
Ну и босс Conquest, естественно. Ну, я смогу его зареролить и получить что-нибудь. Что-нибудь. Что-нибудь не такое бесполезное. А, я наркоман. Мне не нравятся эти камни. Они мешают мне убивать. Что здесь? Ящик Пандоры. Что он здесь делает? Два боссовских предмета, правильно? А, ну, боссов... Идеально. И не идеально, но пофиг. Окей. Ран стал хорошим. И... Пофиг. На карте всегда таблетки сине-белые, по-моему. Ну, теперь у меня есть урон, и теперь у меня есть огромная куча жизни. Так что, видимо, этот ран идет до конца. Блин, я бы хотел, конечно, этот стрим закончить еще минут 15 назад, но... Пофиг. Этот ран внезапно оказался удачным. Хотя у меня все еще маловато урона. Волшебный гриб, естественно, дает полуторный множитель урона. Поэтому у меня должно быть как бы в теории много, но на деле все равно не супер. Окей. Маска блокирует выстрелы иногда вражеские. То есть они в меня прилетают, но не дамажат. Не уверен, какой именно шанс. Но помогает иногда. А, что это был за фриз? Аркада не нужна, естественно. Поскольку я трачу всего лишь половину сердца, стоит сюда зайти поздновато. А, черт, надо было зареролить, идиот. Дай мне предмет. Это не предмет. Ну, не тот предмет. Блин, да сколько он может жрать денег? Видимо, все. Видимо, совсем все. У меня же удача вроде повышена. Да, я могу ее еще повысить, но это... Черт, это не то, что мне нужно. И это тем более не то, что мне нужно. А, окей. 10 сердец. Сколько у меня было? 50 с чем-то денег? Оу, задамажил все-таки.
Теперь главный вопрос. Могу ли я зареролить себя? Нет. Два. Что вообще два делает? Реролит мелкую хрень на всем уровне? Сойдет. Нож я, наверное, тоже зарерулю. Не знаю. Нет, наверное, нож я возьму. О чем я вообще? Нож офигенен. Летает вокруг меня, блокирует выстрелы, дамажит врагов. По сути, как куб мяса, только с другим хитбоксом. С более широким хитбоксом. Мне лень еще один рерол выбивать. Тринкет, который я подобрал, рак, он повышает скорострельность очень сильно. Причем он ее каким-то наркоманским способом повышает, что можно набрать больше максимально возможной скорострельности без этого предмета. А, черт. Ну, вверх. Сделка с дьяволом не настоящая, естественно. Ну, то есть там просто проход вниз. На следующий уровень. Нет. Да ну нафиг тебя, чувак. Окей. Ключ, может быть, пригодится. Как-то он странно чарджится. Не доехал. И ни одного секретного камня. А, какого хрена? Ладно, пофиг. Жизнь не кончается. Это вряд ли поможет. Хотя, кстати, надо проверить. Может быть, здесь в секретке предмет, и он может быть чем-то, чего мне не хватает. Так что я пробегусь по уровню. Ну, видимо, оно где-то не здесь. А, черт. Лабиринт. Секретный камень. А, слишком медленный. Ну, собственно, замедление, оно для этого и существует. Я не могу подобрать это синее сердце, потому что я подобрал повышение жизни до этого. Не влезает. Это не предмет. Подло. Очень подло. Ну, где босс?
А, черт. Я пропускаю комнату. Это хорошо. Ну или не очень. Возможно, там босс, но вряд ли там босс. Скорее всего, босс где-то наверху или не наверху. Ну где-то, да, вот здесь, например. Блин. Почему такая ересь перед боссом? Как она вообще работает в такой вертикальной комнате? И две штуки сразу, так же, как и в обычной комнате, окей. Логично. Ну хотя бы у меня достаточно ДПС, чтобы это не было проблемой. А. Учитывая, насколько у меня много жизни и снижение урона, и летающая вокруг меня фигня всякая, я могу просто его танковать, наверное. Я не очень хочу его танковать, но... В общем... Сойдет. А еще я отклоняю выстрелы. В общем, халява. Окей. А, она с той стороны. Готово. И, естественно, это сраное проклятие. Куда же без него на этом уровне? Хрень. Хрень. И счетверенный выстрел, окей. И токсичная кровь, бесполезная хрень, и бесполезная хрень. Ну, ладно. Возможно, стало чуть хуже из-за скорострельности низкой. Хотя норм. Окей. Я слишком много урона получаю. Хотя это не проблема. Сразу босс. Я пойду сразу к боссу, мне лень защищать этот уровень. Я не настолько имбовый и не настолько веселый. В плане билда. Хотя, конечно, с четверенный выстрел это весело. Ладно, зайду сюда еще. Вдруг мне здесь что-нибудь выпадет нужное. Да, бомба это что-нибудь нужно, сойдет. Ну, опять же, я могу стоять на месте и не получать урон вообще. Окей. Я не против. Я совсем не против. Ау. Да, один раз что-то долетело. Все, нужно рестартить и проходить все заново.
Ну ладно. Ну, в общем, тогда все. Стрим какой-то длинноват получился. Это, конечно, хорошо, но я как-то слегка устал за это время уже. Ладно, в общем, я надеюсь, вам понравилось. На Ютубе это будет когда-нибудь на этой неделе, скорее всего, двумя или тремя кусками. Ну и на этом все. Спасибо за просмотр. С вами был Ваймс. Пока.